Наши растения, в том числе и орхидеи, сами подсказывают, что с ними что-то не то, что-то произошло. А почему? А вот посмотрите на листья. Вот листья подсказывают. Вот эти капельки такие вот сладкие, липучие, говорят о том, что нужно осмотреть орхидею, поднять листики и посмотрите, вот она щитовочка, она высасывает соки с орхидеи. Как бороться? Первый способ – обыкновенный механический. Снимаете и промываете с мылом. Но это не факт, что вы поборетесь с ее. Самое главное – это вот использование актары. Растворяете эту массу 1,2 грамма в 5 литрах воды, заливаете полностью весь этот субстрат на 10 минут, через 10 минут сливаете. Повторно через 7-8 дней опять делаете такой же раствор. И тогда ваша орхидея будет вам спасать.